Общественная приемная народного депутата Украины Ильюка Артема Александровича работает с декабря 2012 года. За это время к нам обратилось более 3500 человек. Все нерешенные проблемы, вопросы, беды, с которыми обращаются к нам люди, можно, наверное, разделить на два больших таких направления. Первое – это вопросы жилищно-коммунальной сферы, и второе – вопросы материальной помощи. Что больше всего беспокоит людей? Текущие крыши, неотремонтированные дороги, неработающие лифты, неосвещенные улицы. И, конечно же, вопросы жизнедеятельности людей – это оказание материальной помощи на лечение, на решение жилищно-бытовых проблем. Именно с просьбой помочь в решении жилищно-бытовой проблемы к народному депутату Артему Ильюку обратилась участница Великой Отечественной войны Нина Золотухина. Пенсионерка живет совсем одна. Пару лет назад похоронила мужа. Сын ушел из жизни и того раньше. Нина Ивановна рассказывает, детства у них не было из-за войны. Молодость прошла в попытках восстановить страну после разрушений. Теперь, когда родных рядом нет, она поняла, что помощи ждать неоткуда. А на пенсию невозможно купить даже лекарства. Не то что новую бытовую технику. Газовая плита в ее квартире – современница послевоенного дома. Вот как получили мы квартиру, через 3 года, там сначала не было газа, потом через 3 года, как поставили, в 57-м мы получили квартиру, а в 60-м нам провели газ. Вот с этих пор она молчит. Стоит ли удивляться, что за прошедшие более полувека техника вышла из строя? По заключению газовщиков, оборудование не подлежало дальнейшей эксплуатации, поэтому женщине оставили только одну работающую конфорку. Духовка прогорела, и она воспламеняется. Вызвали мастера. Она негодная. Покупайте. А за что покупать? Мужа похоронила 1,5 года. 10 лет... Сын умер, рана еще одна не зажила, другая. За что покупать? О своей беде рассказала соседям Нина Ивановна. Соседи тоже обеспокоены, потому что это касается безопасности жильцов всего дома. Иногда, как она говорит, у нее даже были и утечки. Обеспокоенность соседей Нины Ивановны вполне объяснима, если учесть весь ужас последствий от утечек газа. Пока голубой огонек под контролем, все в порядке. Благодаря ему мы готовим кушать, греем воду в наших домах и отапливаем помещения. Но стоит ему выйти из-под контроля, и результат ужасает. Взрывы бытового газа приносят баснословные убытки. И главное, уносят человеческие жизни. Мы помним взрывы на Лазурной, на Молодогвардейской, взрывы газа, взрывы домов, трагедия, которая произошла в Николаеве. И все, что сейчас связано с этой проблемой, очень беспокоит николаевцев. Газовщики единогласно выступают за недопустимость эксплуатации отживших свое газовых приборов. В противном случае гарантировать безопасность как жителям данной квартиры, так и жителям всего подъезда, а то и многоэтажки, невозможно. Это бомба замедленного действия. И даже если удается избежать взрыва, угроза жизни людей остается. Грозит какими-то утечками газа, в том, что будет выходить из строя со временем, значит, качество того же газа, который будет проходить через эту плиту, потому что внутри все плиты уже засоренные сажей, оно может вместе с этим и выходить, ну, как бы через газовую конфорку. На днях Нина Ивановна встречала на пороге как газовщиков, так и, собственно, народного депутата Артема Ильюка, который не оставил просьбу участницы Великой Отечественной войны без внимания и решил не только подарить пенсионерке новенькую газовую плиту, но и лично проследить за ходом установки оборудования. Ну, я думала сказать, вот поедешь, вот тебе там тот, поедешь там, купишь. Думаю, как я поеду, как я ее куплю? Ну, что принесли и установили, я такой вообще не тот. Это надо, чтобы не то, что Николаев знал, это надо, чтобы весь мир знал, что есть такие люди. Старая плита сразу из квартиры Нины Ивановны отправилась на помойку. Теперь ее место занимает современная, полностью исправная модель. Также мы меняем кран газовый, так как он уже тоже вышел из строя, и дополнительно ставим газовый фильтр, чтобы никакой мусор
не попадал в новую нашу газовую плиту. Когда монтажные работы завершились, целлофан снят и новенькие сверкающие конфорки заняли свое место на варочной поверхности, Нина Ивановна, затаив дыхание, поочередно поджигает каждую из них и мысленно уже прикидывает, какими кулинарными шедеврами будет впредь баловать соседей и не только. Я всегда пекла, у меня получались неплохо эти трубочки. И все, ну, напеку и бабок угощаю. Ну, когда ты уже напечешь? Я говорю, идите, я взорву дом, и все вы пострадаете. А сейчас напеку и всех-всех разделю. Первое, что я сделаю, борща наварю. Мы пошли. Да, спасибо. До новых встреч. Да. Так, теперь... Чтобы вы все собрались на трубочке. Первое, что напеку трубочек и приду. Народный депутат Артем Ильюк тем временем обеспокоился задачей более глобальной. Ведь историй, подобных историй Нины Золотухиной в Николаеве, не счесть. Сейчас удалось решить проблему локально, но необходимо более масштабное вмешательство, в том числе и на уровне городских властей. Я встречусь буквально на следующей неделе с мэром Юрием Сячем Гранатуровым и предложу свое видение и решение этой ситуации, потому что это в первую очередь безопасность наших жильцов, безопасность николаевцев. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить людям комфортное, безопасное проживание. Сейчас надо сделать в первую очередь комплексную проверку, проверить все дома в городе Николаеве на предмет надежности газовой системы. Второе, надо разработать комплекс мер, который будет направлен уже на решение проблемы. И третье, это четкая программа городского совета и финансирование по устранению всех неполадок. Дом должен быть комфортный, дом должен быть безопасный, дом должен предназначен быть для жильцов. И задача это сделать.